Алексею Навальному предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Мак. В хищении 55 миллионов рублей. По версии следствия, Алексей Навальный был учредителем компании «Главное подписное агентство», которое убедило иностранного партнера подписать с ней контракт на перевозки. При этом переговоры вел Олег Навальный, который работает в Почте России. Удалось отмыть через Кобяковскую фабрику по лозоплетению, которая принадлежит Навальному. Напомню, оппозиционер является фигурантом еще двух дел. Самое первое – дело «Кировлес». Thank you.
С вами сегодня группа «Вид сверху» в канун всех праздников. Мы вас всех любим и хотим перенестись в жаркую-жаркую Бразилию. Там есть девушка под именем Ипанема.
если бы не был Битлз.